Гектору удалось передать красоту Афродиты. У меня корабль отличный. Нужны моряки, вроде тебя. Значит, это тот самый могучий атлет Феоген, сохранен на века, сидит на заднем. Нашел! Вот это да! Фидий был прав. Скульптор изобразил Посейдона во всем великолепии. Нашел! Последнее. Вернусь к Фидию в Олимпию, и мы выясним, что все это значит. Thank you.
Фидий! Напрасно я не поверил, что ты в беде. А вот и Скитала. Теперь расшифрую послание. Я отомщу за тебя, друг. Можешь быть уверен. Тебе нужен... Это щедрый дар. Олег, я что? Я... Я... Это перст... Трудно... Гре... У меня... Ай, ты вот... Стал. Ак... Я... Гит... Твой... Не... Я... Да... Ты... Это... Я... Я... Что? Я вернусь. Вирус. Здесь сказано, что его автор Фемистокл, афинский полководец. Записи Фемистокла. Кто знал, что полководец был еще и поэтом? Этот папирус такой старый. Это тут. Царь, стоп. Держись за мной. Артаксеркс. Ты... Thank you.
послании говорится о потайной комнате в крепости на Лемносе. Туда и отправлюсь. Может, надо нажать?
Миленько здесь. Древние руины. Откуда они здесь? Что это за башни? Вот и лагерь. Здесь только табличка. Что же там сказано? Значит, свет — это ключ. Закрыто. Надо свериться с табличкой. Получилось. Кажется, оно стоит правильно.
Кажется, вот так. Вот, как-то так. А теперь к двери. Наконец-то. Так, посмотрим, что за... Чего бы отцу быть здесь? А здесь жарко. Надо смотреть под ноги. Что это за место? Придется нырять. Вот это да! Вики,